Косвенно я причастен к серии убийств. Это игра. Художник читает мой блог и выбирает жертвы. Чиновники, политики, полицейские, судьи, бизнесмены. Короче, стайка коррумпированных параноиков. Максимум через месяц после моих постов они все были мертвы. Все? Большинство. Когда я согласился работать в группе, он решил, что я продался. И подвел меня под уголовное дело. То есть вы полагаете, что этот кто-то... Кто-то из нас, полицейских, да?